Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Topic Games. И в сегодняшнем видео вы увидите рейд. Итак, я сегодня на аккаунте Бухалыча, это можно сказать почти мой аккаунт. Мне его подарил один из подписчиков уже давно. Но также он заходит немножечко играет на этом аккаунте, помогает мне проходить задания. Вот очередной раз я получил сообщение, что Михалыч, пора пойти на рейд. К тому же все готово. Я зашел на аккаунт, увидел, что у меня в руках есть ВСС и... три топора. Также у меня есть все нужное для того, чтобы завершить задание рейдеров. Я выполнил, походил по локациям. То есть получается 25 ящиков на красных локациях залутал по-быстрому. И вот теперь, вуаля, мой рейд готов. И мы только вот приняли душ и отправляемся на рейд. Нажимаем кнопочку завершить. И увидим, что нас ждет в дальнейшем. Так, завершить и все. Ребят, 20 репутаций. Это вам уже не то, что было сразу. Это уже не хухры-мухры. Можно идти на рейд и получить какой-то топовый лут. Не знаю, может быть сейчас вернусь на базу. Это будет связано с тем, что мне просто не хватит энергии туда и назад. А нет, с головой хватает. И это база Линда. Линда, женское имя, но тем не менее нужно ехать и фармить базу Линды. Мы рейдим базу Линды. Также выпалил топливо к нулю. И отправляемся туда пешком. У меня есть с собой еще раз 3 топора и 2 ВСС. Почти топовая броня. Почти целая. Но ничего. Надеюсь, на базе мы найдем что-то целее. Ведь у нас уже 20 репутаций. Вот. Притащил он свой чомпер. Давайте сделаем обзорчик, обойдем вокруг этой базы и посмотрим, что здесь нас ждет. Где-то уже я это видел, ребят. Это просто база, которую обгородили кучей стен. Или же это база, которую просто сделали как лабиринт. Давайте просто постучимся в ближайшую дверь и увидим, что там внутри. Ух ты, блин, здесь двойная стена. И надеюсь, что хоть какой-то здесь лут я найду. Да ладно, ребят. Смотрите, он просто обнес всю базу стенами. И я так понимаю, что здесь пока я не найду ни одного сундука. Сундуки, они внутри. Внутри вот этой коробочки. Или здесь вообще сундука ни одного нету. Целый топор сломал. И вот, добрался все-таки я к своей долгожданной цели. И вот эти сундучки, ради которых я проходил, ну, вернее, не я проходил, но помогал проходить задание рейдеров. Так, давайте откроем первый и подожди, посмотрим, что там. Ух ты, гля, это часть двигателя. В принципе, очень редкая штука в этой игре. И ключи, все остальное, в принципе, меня не интересует. Ну, возьмем все по одному и... просто, если будет что-то покруче, мы его заменим. Давайте посмотрим, что в следующем ящике. Опа, вот здесь уже поинтереснее. Я думаю, что вот этот красный и оранжевый талон все-таки послужит мне неплохую службу. Так, давайте сольем этих зомби, которые мешают моему рейду. И все, в принципе, давайте заценим, что еще можно забрать. Это гвозди будут, алюминиевые слитки. Да ладно, ты че? Ты че, опоздал немножечко или не туда попал? Итак, ну это пускай остается. И после того, как пофиксили лук, то брать я его тоже не буду. Вот так вот, ребят, давайте посмотрим очередной ящик. И что же там за лут? Интересно, что за лут с 20 репутацией у рейдеров? Да ладно, бревна, вы серьезно? Ну давайте посмотрим очередной. Что? Понятно. Давайте еще один. Походу какая-то база могли прайдеры на водочку. О, вот это уже ракетница, которая осталась еще с праздников от Ника. Итак, ох, и прибежали еще прибежали зомби. Как быстро, блин, я еще не ожидал их. Я думал, еще пару сундучков открою. Но все-таки они прибежали. Ну, нужно их быстренько сливать.
Голова отлетела, видели как? Ладно, эту бронь нужно взять. Но вместо чего, ребят, вместо чего молоток? Молоток вещь такая, что тут она нужна, а вот сразу она и как бы и нет. Потому что если слепого охотника убивать с помощью молотка, то много вы не добьетесь. Урон в рукопашную идентичен урону молотка. Так. Походу мы открыли почти все ящики на этой базе. Я думаю, что 20 репутаций можно было бы базу найти и получше, рейдеры. Вы плохо работаете. Так, я сделаю, наверное, вот так. В связи с тем, что это все я использую для крафта брони. И мне оно более-менее нужно сейчас, а не в дальнейшем, как, например, резинки или же провод. Провода мне, в принципе, не нужны, потому что у меня 4 стека и... Это, в принципе, редкий лут, но он не такой уж востребованный, чтобы его лутать. Что здесь можно взять? Уголь или... Ну, в принципе, ребят, сейчас откроем очередной ящичек, отнесем 4 ячеечки в чомпер, для того, чтобы просто освободить место для очередного лута. Это ВССик и поехали щелкать их как семечки, этих зомби, которые мешают нам рейдить базу выжившего. Итак, ну, давай, последний, братуха, на тебя вся надежда, давай. Да ладно, конечно, видел я лут и получше, эту индейку мы уничтожим, а птички заберем. Не знаю, конечно, лут... Да, но что поделаешь? Я пришел на рейд, и это как лотерея, ребят. Один на один раз не приходится. Поэтому давайте хоть уничтожим здесь много еды, чтобы максимально навредить этому выжившему. Уничтожим запасы еды, заодно повысим витамины в крови у нашего выживальщика. Так, ладно, это все понятно. Давайте все-таки отнесем часть награбленного в чомпер и вернемся, чтобы забить, ну, элементарными болтами, или же те же провода заберем, или еще что-то. Все-таки это халява. От халявы отказываться это нельзя. Ну, у нас есть ракетница. В принципе, ракетница неплохой лут. Но бывало лучше, намного лучше, ребят. Чекнем еще раз все ящики. Так, отсюда нам, в принципе, ничего не надо. Сюда заглянем. Ну, в принципе, тоже ничего. Здесь бревна, здесь известняк, да? Или как он там? Ну, давайте возьмем доски. О, вот это уже интересно. Потому что я сделаю вот так вот, ребят. Кожа это уже более-менее редкий ресурс. Потому что оленей или волков нужно еще и поискать. Ой, ладно, наверное, 12-20 индеек или что же. Давайте вот эти подшипники возьмем. И что? Да, отправимся на базу. Делиться с рейдерами. Что тут еще можно поделать-то? Не знаю. Может быть тут... Ну, даже ничего и не растет. Можно попробовать посмотреть, в каком состоянии у него чомпер. Но я даже и чомпера, по-моему, не встречал. Даже этот выживший не пытается собрать себе чомпер. Поэтому, о, ну, чекнем и этот ящик. Этот ящик тоже оказался пуст, поэтому, ребят, с чистой совестью вот таким вот лутом отправляемся на базу. Но это еще не все, конечно. Я хотел бы показать вам один маленький нюансик. Не знаю, интересно вам или нет, но мне очень интересно. Вот, смотрите, угроза нападения. У меня 4 черепа. И теперь я не знаю, что будет со мной. Вы проявили себя как рейдер в течение указанного времени. На вашу базу могут нападать другие выжившие. Если вы мстите или атакуете чужие базы, пока находитесь под угрозой, опасность нападения на вашу базу возрастает.
А время угрозы увеличивается. Ребят, я хочу, чтобы они рейдили меня полностью. Рейдите меня полностью. Я хочу, чтобы все, что у меня есть на базе, вынесли. Я вот такой вот мазохист, поэтому давайте, ребят, все, кому пришла база Бухалыча, вперед. У меня здесь почти стен нету. И если даже они есть, их рубить не нужно. Просто приходите к Бухалычу, уносите все. Есть ВСС и миниганы, даже нет, гранатомета тут нету. Но зато есть миниган и ВСС. Самый крутой лут спрятан внутри. Поэтому давайте, ребят, вот здесь спрятан самый крутой лут. Но вы сюда можете попасть, вот у меня здесь стены нет, и делать я ее не собираюсь. Это для того, чтобы, ребят, вы смогли напасть. Угроза нападения 4 черепа. Я думаю, что должны рейдить уже. Ну куда они денутся? Потому что рейдеры что-то не наводят на мою базу. Никто не приходит ко мне. Что делать? Надо собрать 4 черепа. Я так и сделал. Давайте поделимся. Что мы сделаем? 10 этих. Засунь эту долю, знаешь куда? Мы сами возьмем все, что нам причитается. Ладно. Оранжевые? Это что, шутка? Нам не нужны подачки. Мы еще вернемся за своей долей. Ладно, давайте еще вам дадим тогда красный талон. Потянет, но мог бы вынести больше. Колись, где припрятал остальное. Ну, давайте транзисторы вам валим. За транзисторы они вообще молчат. Поэтому давайте возьмем им весло. Весло их тоже не интересует. Робо вас интересует. Неплохой навар, братуха. Ну вот, забирайте эту надбитую броню спецвойск. Я думаю, по рукам все будут довольны. В следующий раз у меня репутация возрастет еще на 2 единицы. Вот такой вот, ребят, рейд произошел. Базы выжившего. И я не знаю, насколько интересен этот лут. Единственное, что мне интересно в этом рейде было, то, что я залутал здесь ракетницу. Ракетницы вообще в игре больше нету. Ее можно было обменять только у Ника. Это было подарки на Новый год. Нужно было фармить прикольненькие штучки выбивать. Фармить всякие всячины. А вам, ребят, я советую поставить под этот видосик лайкосик. И не забыть подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока.